Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы отправляемся к семье Нубика Кубика. Сзади меня стоит вот этот вот небольшой катер, это значит то, что нам придется плыть. Кстати, плыть придется не так уж далеко, но на машине туда реально не доедешь, легче просто-напросто по воде. В общем, что я хотел сказать, перед тем, как мы сегодня с тобой туда отправимся, я хотел устроить маленький тест на нуба. Смотри, на твоем экране только что появился какой-то предмет из Майнкрафта, он полностью закрыт. Ты должен по этому силуэту догадаться, что это за предмет, если ты уже понял, что это, то прямо сейчас пиши название этой штуковины в комментариях под этим видеороликом. И обязательно ставь лайк под этим видео, также если ты догадался, что это такое, и жми на красную кнопку «Подписаться». Ну что же, подарки я взял, лодку заправил, думаю, то что самое время отправляться. Приятного тебе просмотра! Да уж, ну и далеко они, конечно, забрались куда-то. Так, ну что там, где Шедечка? Так, они меня уже слышат, что ли, с такой дистанции? А, вон, понял. Ты не видишь его? Нифига себе, у них там резиденция, конечно. Что у них там вообще происходит? Эй, идите сюда скорее. Так, только потише, давайте без суеты здесь, окей? Так, я вас лодку здесь оставлю пока что, надеюсь, что ее никто не угонит здесь, и здесь будет безопасно, если что. Вот, так что, в общем, я сегодня к вам приехал для того, чтобы посмотреть, как вы живете, вообще, чтобы показали, что вы делаете днем, вечером, там и так далее. Ай, молодец, что приехал, ну, не забыл, про гости, не забыл. Ладно, так, а что, где у вас, вы... Так, что у вас тут происходит? Давай, Нубик, рассказывай, показывай, что у вас тут. Где папа? Давай скорее зови. Эй, где ты там? Так, а куда, в туалет, что ли? Серьезно? Так, а что у вас тут грядка потоптанная такая? Эй, ты что тут сидишь? Эй, ну что вы открываете-то? Вы что, зачем? Человек в туалете сидит. Здравствуйте, здравствуйте. А это у нас принято. Да три часа сидит уже в туалет, уже Нубик обкакался, не может зайти уже. Да, понятно. И тут раз, и такие гости. Давай, заходи к нам. Так, не, спасибо, я в туалет не хочу. Заходи, заходи, не стесняйся. Так, подожди, какой в туалет? Еще не покушали, он потом пойдет в туалет. Так, покушать? О, пошли, кстати, можно. Мама, я сегодня утром специально не ел для того, чтобы к вам в гости приехать и поесть, если что. Да что же, это да что такое? Да. Да что Нубик, потише, потише, не суйте, не суйте, ничего не так, понятно. Ну, ничего смотри, не понятно. Вот живем. Так, ух ты, дом прикольно, у нас богатый. Конечно, круто у вас тут. Из лучшего сорта земли. Знаете, намного лучше, чем у Нубика Кубика вон там, то, что он построил. Нубик-то пока маленький, а тут мы же вот с нашим папой Нубусом. Так, а почему строили? У вот вас видишь, пол какой? Из дерева, а стены постой, все из грязи все-таки сделаны? Шеди, ну ты не ругайся, пол не переделай. Не, мне просто интересно, смотрите, а почему тогда вот здесь перекрытие сверху тоже земляное, а не деревянное? Это потому, что у нас земли не хватило, нам пришлось вот такой материал брать. Но мы переделаем это все, вот ошибка такая вышла. Вот так, это ладно. Дерево дурацкое. Мы все сделаем. Да, плохое так, дерево. Давайте, так, давайте гости угощаем. Так, Шедечка, давай. А, опять эти яблоки ваши вонючие земляные, что ли? Так, Нубик, ты садись за стол, хорош передо мной скакать, ладно? Перестань, пожалуйста. Спасибо. Так, давайте вкусный сок. Так, всем сок. Так, Нубик, ты сейчас напросишься у меня, конечно, тебе лучше так и не делать вообще. Это что такое? Да он меня надоел, это хватит меня здесь бить уже, пожалуйста. Нубик, я к тебе в гости приехал, бьет, ты меня мама, бьешь папа. И бьешь. Все, давай, отдыхай, иди. О. Так, все. Так, давайте, что у вас еще нормально покушать есть? Что еще покушать? Так, чё, так куда, а почему вы едите земляные теперь? Яблоки, яблоки, хотя наверное у вас есть этот земляной сок, хотел сказать, арбузный сок, я вот что-то не понял. Это потому что вот случайно арбузный сок нам попал. Так, вот так вот после случайно мы позавтракаем. Попал. И ух вот ты, так вот, и вот там так вот вытираем. Кстати, я ноги совсем вытираем забыл, подождите, я же совсем куда забыл, идите сюда. Так, торжественный, торжественный момент, я вам каждому привез подарочек. Смотрите, это алмазный шлем, если это что. Это мы любим, давай, вот, давай, кстати, давай, надевайте. О, спасибо. Так, а также привез вот такой крутой шоколадный шо... Ой, шорт, мама! Торт. Да ты что, о, я сразу Шеди, один. Да о, какой я красивый стал. Подожди, так это фигню ты привез. В смысле фигню? Свои. Это он, я специально так заказал, чтобы торт был подарок по цвету вашего дома. Вы что, не видите, что ли? Ты потому что эти опять свои алмазы... Да вот зачем надели шляпы? Снимайте эту фигню, надо и золото. Зачем? Какое вы золото? А алмаз это, алмаз это самый прочный материал. Что так, вы Шеди, давай придумываете мама, фигню всякую? Так, что это? Зачем кину это? Так, значит так, так насколько я понимаю, подарок вы утром просыпаетесь. Когда вы просыпаетесь, вы идете да кушать земные яблоки и потом берете да золотые инструменты после завтрака. Ну зачем? Да. А вот и я переоделся. Это тебе подарок, идем. А, подарок, окей, хорошо, понял. Так, давай. Так, Шедечка, вот здесь вот тебе подарок, броня, так, посмотри. Ух ты, золотая вот уже тоже. Вот посмотри, папа одел Нубус, посмотри, прикольно, глаз конечно не видно, ничего вот не видно. Так, сейчас я тоже тогда возьму. Вот так вот.
Ты так. Иди в туалет. Идем, я Шоди, зайдем. Я уже только тут и вышел. Зачем? Ой, ну как нарядились, ну как нарядились. Ой, какой красивый. Давайте, рассказывайте, что у вас так, дальше. Так, мы сейчас пойдем купаться, будем рыбачить, но сначала посмотрим комнаты. Так, давайте посмотрим комнаты. Так, кто у нас здесь живет? А, здесь Нубик живет, по-любому. А кто здесь живет у нас? Здесь, по-любому, живет Нубик, у него тут эта игрушка его, ноутбук, кровать желтого цвета. Да, это вообще-то я тут Майнкрафт. А вот здесь, вот посмотри, какая красота у нас, ну-ка глянь. Так, а здесь, о, прикольно, кровать очень здоровая. Здоровая, какая конечно. У нас классная комната. Так. Все вот увидится, такая вот комната. Это моя мама из земли, с папой тут из земли. Живет. Так, а почему я броню не одела? Ну-ка подожди, сейчас рыбачить в броне. Слушайте, а откуда у нас тут такое озеро классное? А это вот мы здесь построили. А мы вот дом строили, вот здесь прикольно, вот яму прикольно, конечно, вырыли, как будто бы, ну прям вот... очень круто смотрится. Даже бассейн Шеди, никакой не нужен. Шеди, смотри, знаешь, мама, вот мама смотри. Штаны наденет. Вот это так вот пойдем. Ну-ка пойдемте. Шеди, мы обычно в озеро так на первый этаж быстро мама командует. Слушай, маму. Так. Все, бьем, так, бьем. Хорошо, что так, вы дальше делаете? Вот здесь у нас удочки, так берем так. Удочки. О, утренняя рыбалка. Вот это прикольно, вот это прикольно. Так, а какую рыбу вы ловите? Ура, рыбалка! Погодите. Так, мы ловим вот эту рыбу. А что, в смысле, так, это же ядовитая рыба. Мы любую рыбу ловим. Главное, что не давай желтого цвета. Что? Давай скорее, говорю, зову сюда, я давай бегу. Я иду, давай, там Нубик просто шумит, куда очень пошел? Сильно балаганит. Так, Шеди, да куда же ты рыбачишь? В смысле, какая разница, вода везде одинаковая. Ритуал. Нет, ритуал. Во, клюет у вас, клюет, не потянет. Вы что, рыбачить-то не умеете, получается? Ну, мужская зарядка, ну, ничего не понимаете. Надо маме, ну, слушайте. Еще как умеем, это так, давай скорее на зарядку. Я учусь у профессионалов. Потом рыбачить, давай, Шеди, вставай. Так, ну-ка, быстро строй отряд. А, ряд, все, мама понял, командует. Хорошо, так, на меня. Что происходит вообще? Так, сюда, так, папа, ну, бы совсем ничего не слышит. Ну-ка, выйди из туалета опять, выходи сюда. Я как, я туда и не ходил. Убирай удочку свою, да зачем? Улетишь, сейчас убирай, сказал. Так, куда так, ты, Нубик, что остался? Происходит? Ну, пожалуйста, давайте улетел. Поорганизованы немного, я ничего не понимаю. Так, вот сюда мы встали, это Шеди. Это наша такая суперорганизация. Да встань ты, что ты меня надоел. Сюда встань. Все, стою, не ругайся только. Вот так встали, сейчас так мама... Так, мама зарядку показывает. Начинай, и хоп. Так, давайте, опа! Чтобы ни у кого только залипание кое-где не произошло, окей? А то какая-то фигня произойдет реально. Так, яблочки, если кушали мамину, залипания не будет. Так, эй, яблочки кушаем, все моя. Хорошо. Так, папа, вот так. Папа. Так, вот так, Шеди, мы занимаемся здоровьем. Эй, бережем. Малютка, припакована любовь. Все, пошли рыбачить, теперь разошлись. Разошлись а в сторону. Так, у меня удочка сломалась, удочка, если честно. Так, я немного другую удочку так, возьму. Так, Шеди, возьми там еще возле дома. Я, возьми мама, там я Шеди на удочку поймала. Смотри, так, он тебе какой сейчас... пример хороший так, подает. Он тебя сейчас вырубит, вот, ты улетишь куда-нибудь. Нубик, это точно. Шеди рыба. Давайте. Ничего, Нубик. Ничего не услышал. Так, все, рыбачить в тишине нужно, а то клево не будет. Все, тихо. Нубик, тебе рыба клюет, подплывает, клюет, пошла. Смотрите, пошла. Пошла, тяни давай, тяни. Тяни давай. Нубик, вот что? Мама, как рыбку. Нубик на удочку, вот удочку поймал. Что? Вот смотри, Шеди, как поймали рыбку. Мы тебе в подарок дадим рыбку, это в подарок. Шеди, я на удочку поймал. А я рыбу поймал, что смотри, поймает какую. Больше. Мама, так, я на удочку поймал. Нубик, все слышали, перестань говорить одно и то же, реально. Нубик, ты удочку кушать будешь, давай лови рыбку. Друзья, сейчас мы находимся в передаче «Нубы в дикой природе». Сейчас вы можете наблюдать, как стадо рыбачит возле озера. Сегодня у нас очень ничего не слышало. Так, давай, пошла, клюет. Подсекай, подсекай, давай ее, Шеди, подсекаю. Опа, все, две рыбы поймал. Слушайте, у вас такой рыбы даже нет. У вас такой рыбы даже нигде нет. Шеди, ты знаешь еще, мы сейчас пойдем куда-то. Нубик, все слышали, можно просто перестать это говорить? Вообще перестаньте все говорить, пускай только один человек говорит. Я ничего не понимаю, ничего не слышу, пожалуйста. Шеди, но в новобовской семье мы орем. Мы знаешь, как орем, ой, как живем. У нас соседи кругом нет, потому что мы единственные орем. Можно. Нет, Шеди, давай. Нет, как ты еще не все у нас рыбу? Ребятушки, давайте. Ну так ты перестань, пожалуйста, говорить одно и то же, пожалуйста. Ну, серьезно. Рыбу в холодильник, яблочки бери, Шеди, так, кушай, рыбу в холодильник. Так, уже, все-таки давай, вы давай. Рыбу, получается, у меня есть так. Яблоки еще, там после Нубика еще осталось. Это рыбу... Шеди, Шеди, посмотри. Как шкаф встал. Мы рыбу едим, вот такую, вот наша рыба. Но это рыбы мы тебе отдадим. Так, а в помойке у вас еще рыбы так много здесь, что-то не понял. А это вонючая рыба, это потому получилось. Что уже все. Это плохая. Так, удочки положила. Так, удочки я кладу на место. Неплохую рыбу положила в холодильник. Так, все, Нубик, давай, не... это Шеди заберет. Нубик, давай, это мне подарочек, если что, я с собой увезу. Ребятушки, сейчас а вот мы отправляемся в лес. Мы так, за грибами в лес идем, за грибами, Шеди. Хорошо.
Бобби! Пойдемте, берем лукошка и пойдем. Так, пошли, давай пошли. Лукошка берете. Так, ладно, пойдемте за грибами. Ты какой там лукошка? Так, слушайте, а у вас тут грибы растут, что ли? Я слышал то, что грибы вроде как растут там, где влажно. У нас столько грибов растет. У нас тут везде влажно, везде влажно. У нас везде влажно, везде грибы. Так, о, вижу. Так, стойте, это мухоморы, это не те, их собирать нельзя. Это то, что нужно, берем. В смысле, вот они грибы, вот эти надо собирать. Вы что мухоморы собираете? Вы же отравитесь, помрете, вы что такое говорите-то? Какой грибы? Ну-ка покажи. Вот, коричневый, коричневый. Это вы. Ты чё, нет? Я домой тогда возьму. Вы чё, реально мухомор едите, получается? Вот, не бери! Не трогайте, вы чё, отравитесь, вы чё такое говорите-то? Мы кушали, сегодня уже поели с утра грибочки, он полезный. Так, не, спасибо, мухомор, он вредный, его кушать ни в коем случае нельзя. Я сразу в туалет пошёл. Вот так я собираюсь. А вот ягодки растут ещё. Да что, ну ты грибочки наелся, вот я откуда грибочков ем. Вот так вот кушает, но это хорошо кушает. Так, что-то у вас тут грибов на самом деле не особо растет, да. Я вам честно скажу, что-то возле деревьев совсем. А вот нашел грибочек. Как все, собрали тут, вот нашел еще один. Эй, не бери, выплюнь. Так, ну смотрите. Слушайте мою маму. Грибочки, если еще уже закончились грибочки, давайте, знаете что? Наконец-то. Все, дуй отсюда, Нубик, куда подальше, пока что не получилось. А что опять там случилось? Это что, Нубик, там? Что случилось? Так, Шедечка, ты знаешь, что у нас хорошо, стойте, случилось? Давайте нас... немного подведем. Короче, утром просыпаетесь, деревню. Кушаете, потом да. Зарядка, рыбалка, идете собирать грибы. Хорошо, что дальше делаете? Так, как ваш день проходит? У нас проблема, Шеди, да. Подожди, что такое? Давай скажем. У нас бешеные коровы, надо сейчас охотиться. В смысле, охотиться? Так они же безобидны, что у них охотятся-то? Так, нет, коровы, нет, Шеди, они обидные. Обидные, они на нас охотятся. Да? Давай скорее, надо идти. Слушайте, ну давайте, что-то... Надо... Дурные коровы, они грибочки надо... едят. Давай, давай. Сейчас им по камень налево-направо раскидываю, что я с коровами они не справимся, что ли? Они еще газов нас стреляют. Идемте, ребятушки, в дом. Да, я слышал, Нубик. Инструменты золотые возьмем. Так, это газом у нас только папа стреляет. Так, берите тогда, получается, ваши газом предметы все. Так, что стрелять. У вас тут лежит. Да, чё, короче, там, я вам грибочки в холодильник давай. Тоже кладу. Берем. Вот, все, грибочки ничьи, положил. Резко! Нет, надо покушать грибочки. Нет, грибочки надо приготовить сначала. Так, Шедич, это что, мой подарок выкидывает в мусорку? Ну, понятно. Это алмазное, это плохой вообще. Ну, ладно, я тогда себе заберу, что ж поделать. Потом надо выкидывать. Зачем сейчас? Вы что, совсем что ли офигели все? Так, точно. Нет, Шеди, это я не тебе говорю. Совсем давай. Офигели. Капец, друзья, смотрите, что происходит. Я им подарки дарю, они выкидывают их в мусорку просто. Что это такое? Нет, Шеди, это такая культура. Пойдемте, пойдемте. Ну все, пойдемте. Показывайте, где ваши коровы вот эти дикие. Ой, везде коровы были, сейчас найдем, где коровы. Нубик, перестань постоянно меня провоцировать, чтобы я с тобой берил. Я вижу, как ты это все делаешь. Так, это а где вы? Куда? Куда идти-то нужно? Где ваши коровы бешеные? Вот, где туалет? Папа. Возле туалета. Возле туалета? Серьезно? Папа! А папа не слышит ничего, у него броня на голове. Слушай, я тут рядом, просто я задумался на туалете. Давай, где коровы, ищи скорее. А вон они! Вон коровы бешеные, вон они где-то. Стойте, 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 а что с ними не так? Погодите, аккуратно надо, наверное, да? Шеди, да, они плохие очень. Скорее давай, скорее. В смысле, так что они делают? Реально бьют, ничего себе, это что за коровы такие? Я никогда в жизни таких не видел. Так, аккуратнее, давайте я вас защищу. Я вас защищу. Забыли броню. Какое же дурацкое все-таки вот это золото, ваше броня из золота, оружие из золота. Давай, Шеди, давай. Ох, маму как покусали. О, сейчас будет кто-то отлетит куда подальше, мне кажется. Так, ну и дела. Ну вы настолько суровый, настолько серьезный, что даже коровы их постоянно атакуют. Шеди, а ты думаешь, что вам легко жить? Конечно, вас ненавидят, походу, все. Опа! Так, еще одна, атакует. Что такое вообще? Мама, я кукурузы. Так, а почему-то мама броню не надела? Да, получай. Ей, слушайте, вот как много... Шеди, ну придется твою как у вас много опыта в этих коровах? Я чуть на самом деле удивлен даже как-то. Это вообще, это, они нас прям вообще замучили. Жесть, слушайте, ну и бешеные коровы. А что мясо выкидываете? Куда вы? А что дальше? Нубик, ты что мясо выкинул все? Нубик, ну ты вообще сегодня что-то прям... И еду раскидывается, как не стыдно реально. Все в дом, все в дом. Помог нам Шеди сегодня. Да, обращайтесь, обращайтесь. Мама, так, а ты можешь...
Так, а куда у нас папа машину поставил? Я хотела Шэдди машину показать. У вас машина даже есть, что ли? Ничего себе, ну-ка, давайте посмотрим. А в гараже, а в гараже. Папа, можно я машину поменяю? Нет, не надо, он вам разобьет все по-любому. Еще и спалит, и взорвется все, я вот уверен. Шэдди, а давай тебя Нубик покатает, Шэдди. Нет, нашу машину нельзя разбить, она мощная машина. О, ничего себе, жесткая какая. Вот, посмотри, вот какая машина. Золото у нас. Ничего себе, двигатель какой, офигеть. Это наша традиция. А вы откуда ее достали-то вообще? Это же раритет уже, можно сказать. Это нубовской магазин. Не-не-не, Шэдди, я... Ой, Нубик, я с тобой не поеду. Я с тобой ехать не буду, так что нет, спасибо. Ты сейчас машину же угробишь, что ты... О, Нубик, как поехал. Что ты делаешь? Снимай ее оттуда. Вот Нубик. Вот Нубик парковку придумал. Посмотри, ой, молодец, а куда поехал? Да. Посмотри, да Шэдди сразу съел. Я сразу ее сниму. Ну что такое? В смысле в озере? Это ваша машина, что значит в озере? А мы в озере на ней плаваем, она в водоплавающей у нас. Ну-ка, давай, давай. Давайте я лучше себе тогда заберу, если вам не нравится. Вам ваша машина, я лучше себе на сохранение ее оставлю где-нибудь. Папа! Нет, Шэдди, у тебя топлива нет, она на земле ездит, там земляной. Так земля, она повсюду. Да, Нубик. Вот, ну надо... Слушайте, как она дрифтит? Как она дрифтит? Хорошо, да, я машину прокатил. Так она у вас летает, по стенам ездит, что ли, смотрите, что происходит. Моя школа, сразу видно. Да, но это вот, ну, нубовская. Сейчас школа, я попробую ваш трюк сделать. Ну-ка, опа, полетел ваш... О, смотрите, получается, вот, получается, вижу, получается, смотрите. За... Все на потолке. А вертолет, опа, вертолет ничего нас, себе. Подожди, слушайте, на вертолете вот это катались. Мне нравится у вас. Вот это у вас давайте-ка. Прикольно, конечно, придумано все. Это Шэдди, прикольненько. Шэдди, да оставайся с нами, оставайся. Не-не-не, спасибо, оставаться все... не буду. У так, нас ребятушки. Весело, с нами не соскучишься. Шэдди, да. Давай наверх, смотри, у нас что, вертушка там. Вертушка? Опа. Ой, ну машину, ну припарковал-то как, ну хорошо. Обращайтесь, обращайтесь. А кто припарковал? Так, Шэддичка, давай садись, все сади. Так, а там одноместный вертолет у вас, я такой видел. Это же такой. Это же нубовской вертолет. Это кто там, папа одурел, что ли? Это нубовской вертолет, конечно. А кто полетел? О, полетели как-то. Так, а как спуститься вниз, скажите, пожалуйста. А вот, не, а не знаю, все кнопки нажимаем. О, получается, получается. Так, ну-ка, покажите вот, мне, кнопки покажите нажимаем. Мне, как вы управляете этим вертолетом. Очень интересно посмотреть. Давай, а что с мамой специалист? Так, давайте ну-ка, посмотрим поглядите, сейчас. Как мама умеет, сейчас дрифтить а она будет. Давай, покажи, как так. Ты. Эй, кто меня лупит сейчас? Нубик, сейчас пойдешь домой, спать будешь на горшке. Так, давай, мама поехала. Так, где, что, тут куда нажимаем? Ай, давай, ай. Опа. О, ничего себе, прикольно оп. Получается, классно. Опа! Оп, как мама, вот так в бассейн. Так, а зачем прыгать? Ты из вертолет чуть не упал. Через вертолет, а зачем прыгать? А потом повыше, повыше надо, чтобы. Так, ладно, окей, что-то. Я, короче, наверное, домой пойду. Сейчас уже что-то там дождь начинается. Нет, Шэдди, ну давай, отсвечевка. Какой поздно, еще день только самый. Так. А, чуть не забыл, чуть не забыл. Так, вот это забирайте, короче, это все ваше. Шэдди, оставайся ночью на пикник. Так, вот это все ваше, короче, вот это забирайте, это мне надо, ваши вонючие яблоки. Ой, вкусные яблоки тоже заберите, вот это вот все. Почему так, вонючие? Это не вкусные, вонючие, говорю, вкусные яблоки. Да ты что, как все, давайте, всем пока. Так, Шэдди, ну куда ж так быстро? Ну только я не дам ему убежать, на подарки мама. Не все, 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 уехал. Есть, стой. Нубик не успел. Нубик не успел. Все, давайте, пока-пока. Друзья, слушайте, на связи был Шэдди Мэн. Всем удачи, хорошего настроения. Надеюсь, что к этим нубам я больше никогда не вернусь и вообще их не увижу. Все, всем пока-пока. Пока-пока, друзья, вообще тут круто было. Всем пока-пока. Всем счастливо.